Привет, дорогие друзья! Меня зовут Олена Рыжная. Сегодня хочу вам продемонстрировать прическу на длинные волосы. Это будет коктейльная прическа, слегка небрежная и скос. Я предварительно подготовила волосы, накрутила их на утюжок, ну или можно на плойку это сделать, и легкий воздушный начес сделала в прикорневой зоне. Теперь я все волосы разделяю на три части. Ну, поскольку у меня спереди сделан глубокий боковой пробор, поэтому первую косу я буду вести вот по этой стороне. Вторую косу с обратной стороны. И третья коса будет посередине, сзади. Но пробор между косами я буду делать зигзагом. Из трех полученных прядей заплетаем косу по направлению в одну сторону. Я выбираю левую сторону. Итак, заплетаем. Как видите, я заплетала очень слабые косы, чтобы такие воздушные получились. Очень крупные пряди брала для подхвата, чтобы получились вот такие вот рыхлые воздушные три косички. Вывожу их на одну сторону и так соединяю сначала две крайние. Вот это у нас самая широкая получилась. Ну, это у меня так получилось, у вас может быть по-другому. Поэтому я сначала вот эти вот более мелкие скручиваю произвольным, вот такой вот как цветок получается. Лучше всего несколько невидимок зафиксировать в основу и потом шпильками крепить под невидимки. Теперь уже последнюю оставшуюся косу добавляю в прическу. Тоже скручивая от кончика. И такой воздушный, такой легкий пучок получается сбоку. Все, легкая коктейльная прическа готова. Если вам понравилась эта прическа, оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на меня в Instagram. Там вы найдете много новых причесок. До новых встреч, пока!